Пеногаситель «Фоксхими». Предназначен для предотвращения обильного пенообразования в моющих пылесосах с аквафильтром, поломоечных машинах, экстракторах. Перед применением сболтать. Для раствора добавить от 0,5 до 2 мл на литр емкости аквафильтра. Для поломоечных машин добавить от 20 до 50 мл на каждые 10 литров раствора моющего средства. Эффективно борется с излишним пенообразованием. Действует мгновенно. Увеличивает срок службы фильтров. Меня бери, я Фоксхими.